Всем привет, друзья! Новый день, и Светофор привез долгожданные новинки. Хорошие бюджетные товары по низкой цене. Давайте вместе пройдемся, я все покажу. Итак, корневин – это стимулятор корнеобразования. 5 пакетиков по 10 грамм. Нарисован корень до и после. Давайте попробуем, я приближу, как это все это приготавливается. Нажмите на паузу, потому что очень мелко, и я так не могу прочитать, если только с экрана получится. Содержимое пакета разводить в 10 литрах воды. И стоит это... Так, удобрение корневин. 70 рублей 80 копеек. Так, рядышком есть средство для защиты садовых растений. 2 в одном. Зеленое мыло. Средство. Такое есть. Очень спорные отзывы о нем. Так, борная кислота. Микроэлемент бор 17%. Меры безопасности, способ применения. В период вегетации рекомендуется применять. Ценник 37 рублей. Так, мечта червяка. Восстановитель почвы, 100% натуральный продукт, гарантия ваших будущих урожаев. Так, с высоким содержанием гуминовых кислот из торфа. Обогащение гуминовыми кислотами, находка, удобряйте с нами, все отлично. Написано 5 литров раствора на 1 метр. Очищено от пестицидов, обогащение и так далее. Так, что здесь у нас? Химический состав, область применения, способ применения, условия хранения. Нажмите на паузу, если надо почитать. Так, ценник 174 рубля. Почти 175. Вот, хорошая новиночка. Лук всего привезли. 1 килограмм в ассортименте. 197 рублей. Лукоморье. Весь лучок такой ровненький. Сухой, что самое главное, не гнили, ничего нет. Лук севок Центурион. Лук репчатый. ООО «Цветы Московского». Город Москва. Вот еще новинки ярко-синего и ярко-красного цвета. Сейчас попробую на жесткость эти ведерочки. Знаете, очень легкие, и пластик очень тонкий. Ведро универсальное. Не знаю, для чего оно универсальное. Не, ну в принципе, как пищевое написано. 78-70. Лопата перфорированная. Еще остались. 239-60. С черенком. Хорошая цена. Нормальные плотные лопаты. Брал себе две штуки. Обе живые. Сколько снега ими было перечищено в этом году. Уйма. Вот можно купить, пока остались. Нормальная цена. Стульчики из дермантина. Так называемые эко-кожи. Есть серые, есть черные. Ничего там запаковано. Может, еще какие-то цвета есть. Ценник 1045,90, софтлайн, с высокой спинкой, эко. Есть стол универсальный, Arto 27. Так, они разобраны. Ну, так выглядит столешница, ножки в комплекте. Ну, ценник дешевый, 708 рублей, отлично. Так, новиночка, вот такая кастрюля. Симпатичная крышечка, кстати. Блестит красиво, как дорогая. Ну вот выдают ее бюджетную стоимость. Такие заклепочки, не очень аккуратные по бокам. 5,7 литра из нержавеющей стали. Идеально для приготовления здоровой пищи. Высокая теплопроводность и равномерное распределение тепла. Высококачественная нержавеющая сталь. Ценник неплохой, 621 рубль.
отличная новинка. Они были еще на прошлой неделе, я показывал. Чугунные блинницы. Себе приобрел, думал, быстро разберут. Да, так и оказалось, но вот привезли еще. Так. Тут уход за чугуном написано. Что-то очень размазано, ничего не понятно. Хорошие блинницы. 465. Так, легенький такой походный вариантик. Ковш штампованный 16 сантиметров. Совсем он тоненький. Антипригарное покрытие есть. Ну и такая легенькая же цена. 166 рублей 50 копеек. Для дач вполне. Такого же плана. Кастрюлька, на крышке написано «Вари» по-английски. Тоже тонкостенная, с антипригарным покрытием. Легенькая. Кастрюля штампованная, стекло, крышка 20 сантиметров. Для дачи в самый раз взять и ковшик, вот такую кастрюлечку легенькую. Картошечку сварить, яички. Ну и бюджетная цена в 540 рублей 3 литра. Нормально. Возьму себе вот таких кружечек. Производитель Владимирская область, густь хрустальный, кружка, чашка. Толстое стекло, приятно ее держать в руке, 29,80, отлично. Салатнички стеклянные, люблю вообще стеклянную посуду, но там тут написано, что это усиленное стекло, упрочненное. Натрий-кальциевое силикатное стекло. Пишут вот так вот. 83,40. Вот новинка в магазине. Шампунь авокадо с керамидами. Большой пузырек. 1000 целых миллилитров. Для всех типов волос. Керамиды — это натуральный компонент. Первая помощь для ваших волос. Волосы скажут спасибо. Не знаю, как они скажут спасибо. Ценник точно. 83 рубля. Новинка. Гель для душа Флорал. Нежная кожа. Камей Франсе. Так. Гель для душа Камей. Так. Окутывающий цветочно-медовый аромат красных роз и завершающие сладковато-древесные нотки. Вот это да. И все это прекрасие за 90 рублей 400 миллилитров. Крем для лица от морщин, новинка, зеленая аптека, для всех типов кожи. Ростки пшеницы на основе кокосового масла и витаминный комплекс плюс. Очень все мелко. Так. Прочитайте, если сможете, на паузу. Только с экрана. Так, не 200 миллилитров вижу. Написано. Так, ценник. Ценник 115 рублей 250 миллилитров. Всем удачи, до встречи, пока.